Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «В поисках совершенства». Притча про Насреддина. Однажды на базаре мулла Насреддин столкнулся со старым другом. Тот как раз собирался жениться. Друг спросил муллу, помышлял ли тот о женитьбе. Насреддин ответил, что много лет назад он решил жениться и стал искать совершенную женщину. Вначале он отправился в Дамаск, где нашел исключительно красивую женщину, но вскоре обнаружил, что ей не хватает духовности. Затем он пошел в Исфахан, где встретился с женщиной высокой духовности и редкой красоты, но, к сожалению, отношения у них не сложились. «И, наконец, в Каире я нашел ее», — сказал мулла. Это была идеальная женщина, духовная, изящная, прекрасная, обаятельная. Одним словом, совершенство. «Ты женился на ней?» – спросил друг. «Нет», – ответил мулла. «К сожалению, она искала совершенного мужчину». Ну, вот такая притча. Притча про Насреддина, она называется «В поисках совершенства».